28 ноября на базе гостиничного комплекса «Парк Отель Уют» прошла муниципальная конференция «Успешный старт» в рамках федерального проекта «Ты предприниматель». Кто принял участие в научной конференции, узнаете в материале моих коллег. В рамках федерального проекта «Ты предприниматель» организуется обучение молодых людей до 30 лет по программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса, чтобы привлечь юношей и девушек активно участвовать в конкурсах, направленных на поддержку и развитие молодежного предпринимательства, была организована конференция «Успешный старт». Цель нашей конференции в том, чтобы молодые ребята, которые совсем ничего не знают о бизнесе, о предпринимательстве, получили первый такой некий экскурс, если можно так сказать, профессию. Предпринимательство, как правильно вести бизнес, что такое предпринимательство. В качестве экспертов на мероприятии выступили Лина Гильгенберг, начальник отдела инвестиций и взаимодействия с малым бизнесом, и молодые предприниматели, имеющие опыт работы в данной сфере, Павел Крыжний и Сергей Перевалов. Участники конференции посмотрели видеоролики и выслушали мнение экспертов по вопросам предпринимательства, обсудили вопросы ведения малого бизнеса, прошли тестирование по определению степени наличия предпринимательской жилки молодых людей, получили информационные материалы. По завершению пленарного заседания состоялась экскурсия по гостиничному комплексу «Парк Отель Уют». Молодые участники конференции напрямую имели возможность задать интересующие вопросы молодым и уже более опытным бизнесменам. Надежда Калинина, Георгий Калинин, Александра Тимовская. Программа «События».